Вкусный легкий тортик для детей и кормящих мам. Всего за 3 минуты. Не верите? Тогда смотрите наш видеоблог. Питание некоторое. Итак, нам понадобится сметана, бананы, сахар и крекер. Таким образом, просто замешиваем сахар со сметаной. Кладете вы столько сахара, сколько считаете невредным для вашего ребенка. Итак, мы уже разрезали бананы вот на такие части и сделали крем для нашего тортика. Это сметана с сахаром. И у нас есть крекер такой. Что мы делаем дальше? Очень просто. Мы обмакиваем крекер в сметанке и теперь выкладываем сюда. Это мы должны проделать со всем крекером. Это будет первый слой нашего тортика. Я напоминаю, что этот тортик предназначен для маленьких деток, которым вредно кушать те торты, которые производят в магазине. Мы не знаем, что вообще в них добавляют. Нам не все пишут обычно. Да и вообще, показываю, как делать второй слой. Это еще проще. Вот второй слой нашего тортика. Вот так вот мы плотненько их выложили, бананчики. И теперь будем делать второй слой. Точно такой же, как и первый. Можно сделать слоев столько, сколько позволяет ваша фантазия. А мы сделаем 3 слоя. То есть крекер со сметаной, сахаром и бананы. Часто так бывает, что когда молодую маму встречают из роддома, накрывают на стол и подается много разных угощений. И вроде бы как это праздник мамы. Но маме ничего нельзя из того, что есть на столе, потому что это все куплено в магазине. И именно такой тортик будет как раз кстати, например, но как бы навстречу из роддома. Теперь мы должны это поставить в холодильник на минут 40. И затем приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Пока-пока!